Меня зовут Юрис Янкович. Я родился в довоенной Латвии. В нашей семье очень все увлекались музыкой. Я когда подрос, я уже пел в двух хорах, ну и собирался стать хоровым дирижером. Но все эти разговоры нарушило вторжение советских войск. Интеллигенцию уничтожили всю. И жен, и детей, и стариков в моем присутствии арестовывают папу. Это была дикость какая-то. Грузовая машина стояла внизу, и нас увезли за город в лес. Там стоял эшелон из товарных вагонов. Мужчин отделили, вот папу отдельно, нас отдельно. Все. Глубоко в тайге, кругом один лес. Звери разные бегали там. Хлеб каждый день получали, по 400 грамм. После первой зимы 200 с чем-то человек умерло за одну зиму. От холода, от голода, от болезней, от свиньи. Это страшное дело. Голод сплошной, ободранные дети, нечего носить им было. Стараюсь не помнить. Это был ужас. Мы не видели основы государства, нет, сплошной развал. Мы никогда не могли подумать, что такая дикость в этом Кремле московском. Уже второй раз такую жизнь не хочется.